Из налоговой в счетную палату. Главный налоговик республики сменил место работы. На недавней сессии Госсобрания МРИЭЛ депутаты единогласно поддержали представление Леонида Маркелова о назначении Фарида Ханафеева аудитором Государственной счетной палаты. Напомню, в течение многих лет Ханафеев был бессменным руководителем налоговой службы региона. Фарид Фазиевич Ханафеев – это человек, который заслуженно пользуется уважением в республике МРИЭЛ, ибо почти 20 лет, 18 с лишним, руководил налоговой службой Республики МРИЭЛ. Человек профессиональный, высокопрофессиональный, я бы сказал, деловой, и пользуется заслуженным уважением, у него хорошая репутация. В силу того, что он был, скажем так, с ним не был продлен контракт, но не потому, что он плохо работает, а потому что просто предложили человеку уехать за пределы республики. А я считаю, что хорошо, когда профессионалы не отказываются уезжать, остаются работать на благо той родины малой, в которой они живут и трудятся, и где их дети живут. Поэтому для нас большая находка, что мы такого профессионала привлекаем для работы в счетной палате Республики МРИЭЛ. Люди, которые были лояльны правительству, которые внесли вклад в развитие региона, никогда не будут нами забыты, и мы всегда найдем место втроем. Задачи, поставленные главой МРИЭЛ перед вновь назначенным аудитором счетной палаты, привязаны к экономическим реалиям сегодняшнего дня. Глава республики четко обозначил задачи, которые можно сформулировать следующим образом. Не контрольная функция в основе лежит, а именно нужно на основе аналитики подсказывать дополнительные источники формирования бюджета, потому что те направления, которые сегодня обозначены любому субъекту, они требуют материальной поддержки, финансовой поддержки. Вот эта финансовая поддержка, она должна быть изыскана именно в субъекте за счет дополнительных источников. Вот в этом направлении я считаю, что мы должны работать. Фарид Ханафеев родился в 1959 году, закончил Казанский финансово-экономический институт и с 1980 года работал сначала в финансовых, а затем в налоговых органах республики.